Всем привет! Интернет-магазин «Автоток» представляет вашему вниманию штатную магнитолу на автомобиле Mazda CX-5. Выполнена она в пластиковом корпусе глянцевого цвета, повторяет форму головного устройства, и с установкой проблем не возникает. То же касается и подключения, там специальные фишки, провода резать, скручивать не нужно, все вставили и все работает. Вот, дисплей 9-дюймовый, сенсорное управление, емкостный сенсор, хорошая чувствительность, не лагает, не залипает, приятно пользоваться. Не нужно давить, просто плавненько проводим пальцем, и экран двигается. По характеристикам данная магнитола обладает вполне стандартной конфигурацией. 4 ядра процессор, гигабайт оперативки. Вот. Но при этом Android 6.0.1 не самый новый, поэтому магнитола по распродаже у нас идет. В принципе, качественная, но вот старенький Android вносит свою лепту. Но в целом производительность у него довольно хорошая. По приложениям радио, встроенный радиотюнер, хороший прием сигнала, интерфейс простой, понятен, знаком, на многих андроидах такой стоит. Вот, эквалайзер тоже шестиполосный есть, для такой настроечки подойдет. Также есть возможность установки навигационных систем с последующим использованием навигации. Вот, это Double GIS, Navitail, Яндекс карты, Google карты и прочие, какие вам больше нравятся. Все это будет работать. Bluetooth, возможность подключения различных устройств hands-free, гарнитур, смартфонов, OBD адаптеров и других, что поддерживает Android. Так, музыка, аудиоплеер, поддержка множества форматов медиафайлов. Тут вот уже есть, ну, простой понятный интерфейс тоже, как и во многих здешних приложениях. Тоже касается и видео. Качество картинки отличное. Разрешение 1024 на 600 пикселей. Вот. Цветопередача тоже на высоте. Видео смотреть тут одно удовольствие. Так, что касается дополнительных приложений. Настройки кнопок руля. Настроечках. Вот. То есть можно настроить с обучением. Тут разобраться несложно будет. Да, забыл сказать, подсветка у сенсорных кнопок есть, которые можно менять. Тоже довольно приятный бонус. Так, ну и стандартный набор приложений Android, это Play Market, Chrome браузер. Вот. Ну и множество других приложений стандартных стоит, которые в стандартную комплектацию входят, скажем так. Ну и в целом хорошая качественная магнитолка по распродаже. Цена у нее довольно приятная. Вот. Гарантия 12 месяцев. Качественная, хорошая. Отправка по всей России имеется. Оплата нужен платежом тоже. Ну и постгарантийное обслуживание, техническая поддержка от менеджеров. Если какие-то проблемы возникают, можете позвонить, уточнить, что да как. Ну и если вдруг какая-то серьезная проблема, то всегда можете поменять, либо вернуть деньги. Вот. Комплектация здесь довольно хорошая. Много всего. Это сама магнитола идет. Фишки подключения. USB кабель с двумя выносными USB-шниками, такие с кругленькой заглушкой, в прикуриватель или еще куда-нибудь можно. Очень удобно. Тюльпанчики RCA, очень много их тут и под аудио, под видео. Все они подписаны, так что с подключением проблем не возникнет. Выход под выносной микрофон есть. Как, собственно, и сам выносной микрофон идет в комплекте. Есть скамбас. GPS-модуль для усиления сигнала и Wi-Fi антенка. Вот, ссылка на магнитолу будет под видео. Если какие-то вопросы имеются, оставляйте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока-пока.